Фэшн привет, друзья! С вами я, Шу, а это значит, что настало время модных разборок. И сегодня у нас на повестке дня два величайших футболиста, имена которых знакомы даже тем, кто не увлекается футболом. Заинтригованы? Это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Поистине звездный выпуск. Давайте начнем с Лео. Месси – легендарный футболист, бомбардир футбольного клуба «Барселона» на протяжении почти 20 лет, а с недавнего момента – нападающий французского «Пари Сен-Жермен». Перечислять его заслуги в спорте я не буду, на это не хватит нашего выпуска. Скажу лишь то, что Месси – один из самых величайших футболистов современности. Рост Лео составляет всего лишь 1,70 м, при весе в 72 килограмма. В 11 лет у него обнаружили проблему с гормоном роста, и родителям приходилось тратить по 1000 долларов в месяц, чтобы победить болезнь. И благодаря их стараниям физическое развитие Лео нормализовалось, а сам Месси, уже будучи знаменитым спортсменом, жертвует огромные суммы на лечение детей с особенностями развития. Внешность Месси далека от модных стандартов. Невысокий рост, крупный нос. Что касается особенностей персонального стиля Месси, то тут можно выделить его многочисленные татуировки и фирменную аккуратную щетинку футболиста, без которой его уже трудно представить. Все татуировки Месси делает один мастер – Роберто Лопес. Первое тату на спине в виде лица матери он нанес в 2010 году. Футболист долго решался на этот шаг и даже интересовался у Дани Альвеса, насколько будет больно. Затем на теле появились изображения руки сына Тьяго, композиция из кинжала «Розы и крыльев», мяч и номер, дата рождения супруги и детей. В жизни Месси одевается довольно базово. Вот они с красавицей женой Антонеллой в ресторане. Антонелла в коктейльном черном платье с декольте. А Лео в простой белой футболке Дольче Габбана. Ну, мог бы и принарядиться. А вот Лео с детьми также в черной футболке Дольче Габбана. А вот Лео в классическом черном костюме, черных туфлях и белой рубашке. И хоть костюм идеально сидит, ощущение скучнейшего штампа не покидает. Вот Лео в черной базовой футболке и голубых джинсах. Скучно. А вот Лео на пляже в плавательных шортах с пандами все тех же Дольче Габбана. Ну, хоть что-то интересное. А вот Месси с друзьями в синей футболке Дольче Габбана. Да что ж такое. А вот Лео в серой базовой водолазке и серых джинсах, но в часах из своей коллаборации с брендом Jacob & Co. Скучно невозможно. А вот Лео в сером классическом костюме, в сером вязаном жилете, рубашке и галстуке идет с рюкзаком по летному полю. Я подозреваю, что костюм дорогой, но Лео тут похож на какого-то айтишника или торгового представителя, которому по дресс-коду нужен обязательно костюм, и вот мать достала с антресолей свадебный костюм бати, дед пожертвовал жилет, и всей семьей отправили парня на работу. В рюкзачок, наверное, бутерброды положили. А вот Лео в сером обычном костюме Nike, синим поло и белых кроссах Adidas. Месси, ты самый высокооплачиваемый и богатый футболист. Купи себе хотя бы крутые люксовые кроссы, ну камон. А вот опять пляжная история. Лео со своей красавицей женой. Шорты Лео выбирает с большим энтузиазмом, чем повседневные луки, судя по всему. Веселенькие желтые гавайские шорты, бейсболка и очень крутые модные очки. На этой позитивной ноте я предлагаю закончить разбирать персональный стиль Лео Месси, потому что еще миллион фото в спортивной форме или классических джинсах с базовой футболкой Дольче Габбана я просто не переживу. Лео следовало бы немного разнообразить свой гардероб и интересными кроссовками, и люксовыми спортивными костюмами, и аксессуарами, по примеру, своих коллег, и менее формально подходить к выбору костюмов на церемонию и выход в свет. Ну или хотя бы озаботиться тем, чтобы костюмчик отлично сидел. Однако Лео не заморачивается, чтобы, так сказать, быть ближе к фанатам. Вот такой он, мультимиллионер с соседнего двора Лео Месси. А вот с другим героем нашего выпуска, еще одним величайшим футболистом современности, Криштиану Роналду, совсем другая история.
Португалец Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов всех времен. Начинал свою карьеру в Манчестер Юнайтед, потом долгое время был игроком Реал Мадрид и Ювентус. И совсем недавно опять вернулся к родным красным дьяволам. И мне кажется, на сегодняшний день нет ни одного человека на планете, кто бы не знал Роналду, вне зависимости от того, следят они за футболом или нет. Потому что популярность и достижения футболиста вышли далеко за пределы поля. Криштиану Роналду – это человек-бренд, человек-стиль, человек-скандал, человек-эмоция и, конечно же, человек-реклама. Публичная личность, лидер мнений, селебрити, модель, блогер, подчеркните понравившиеся. Также Роналду признанная гей-икона. Слухи об ориентации футболиста – любимая тема для желтой прессы. Однако Роналдо не делал публичных каминг-аутов, и слухи остаются слухами. Но завербовать огромную часть мирового ЛГБТ-сообщества в ряды футбольных фанатов ему все-таки удалось. И именно Роналду, как никто другой, имеет прямое отношение к теме моих выпусков, а именно моде, стилю и красоте. Криштиану Роналду 36 лет, его рост 185 сантиметров, и он в прекрасной физической форме и обладает роскошными модельными пропорциями и невероятно красивым лицом. Но было так не всегда. В начале своей карьеры у Роналду были проблемы с зубами и прикусом, и он долгое время носил брекеты. А также были проблемы с кожей. Но, набирая популярность, Криш вдруг из гадкого утенка превратился в феноменального красавчика. Сейчас, в свои 36, он выглядит лучше, чем когда бы то ни было. Да, Роналдо следит за собой и не скрывает этого. И не только потому, что это норма для уважающего себя современного мужчины, но еще и потому, что Криш огромную долю своих заработков получает с рекламных контрактов. И сумма этих доходов гораздо больше его и так самой большой зарплаты футболиста в истории. Давайте я расскажу о некоторых из них. Ну, во-первых, это легендарный контракт с американским брендом Nike, с которым Криш сотрудничает с 18 лет. С недавнего времени Nike подписали с футболистом пожизненный контракт, и теперь Роналду получает 22,5 миллиона евро в год. В сегменте высокой моды Роналду удостоился чести стать официальным лицом легендарного дома Армани, сменив неподражаемого коллегу Дэвида Бекхэма. И, кстати, за довольно скромный гонорар – всего лишь 1 миллион евро в год. Но, став лицом Армани, Роналду автоматически приобрел статус иконы стиля и признание в мире высокой моды. Продолжая бьюти-тему, Роналдо согласился стать лицом довольно забавного японского массажера для лица Facial Fitness Pao, по его же словам, только потому, что он реально эффективный и помогает укрепить мышцы лица. Владеет сетью отелей под собственным брендом CR7, как вы уже догадались, это бренд Криштиану Роналду, название которого состоит из заглавных букв его имени и счастливого номера 7, под которым играет футболист. Его бренд – это премиум-сегмент, который помимо сети отелей включает в себя линию нижнего белья, очки, линию парфюма и средств по уходу за телом, а также обувь, аксессуары, линию одежды из джинсы и кожи. Вы, наверное, ждете от меня традиционных обсуждений луков из Инстаграм, но в случае с Роналдо я пойду дальше. Итак, давайте посмотрим на обложки модных изданий, в которых снялся португальский красавчик-футболист. JQ с топ-моделью и легендарным ангелом Victoria's Secret Александрой Амброзио. Men's Health. Еще одна обложка JQ. И еще один JQ. Esquire. Vanity Fair. Officiel. Icon. FHM. Cosmopolitan Man. Вам мало? Вы все еще сомневаетесь, что Роналдо – икона стиля? Держите исчерпывающий пруф. Обложка Библии моды, журнал Vogue. Да-да, вы не ослышались. Такой чести удостаиваются только самые значимые и влиятельные фигуры в мире моды и всемирно признанные трендсеттеры и самые топовые модели. Роналдо вместе с на тот момент еще его девушкой, моделью Ириной Шейк,
снялись для испанского Vogue, и даже тут расчетливый Криш умудрился сделать интегрированную рекламу, ненавязчиво снявшись в трусах собственного бренда CR7 и Иришку нарядил. Кстати, снимал этот сет легендарный фотограф Марио Тестино. Действительно огромная честь попасть под объектив такого маэстро. Разбирать луки Криштиану Роналду на части – неблагодарное дело. Он принадлежит к тому уникальному типу людей, который демонстрирует свой личный стиль, эстетику, безукоризненный вкус даже в трусах. Он насквозь пропитан модой и лоском, и при этом остается самым выдающимся и дерзким футболистом всех времен. О негласном соперничестве Лео Месси и Криштиану Роналду ходят легенды, но что касается моды и стиля, то Лео тут абсолютно проиграл. На этом пока, и смотри, что носишь, потому что я смотрю за тобой.